Сейчас место на сцене займет группа 5Z3 и ее куратор Малахова Галина Николаевна. На счету этого коллектива десятки изготовленных изделий, как для индивидуальных заказчиков, так и костюмы для творческих коллективов города и области. Среди них драматический театр имени Горького, дворец культуры «Газовик», детские сады, школы. Кроме того, проведены мастер-классы для обучающихся школ, роспись на ткани батик, изготовление кукол, оберегов, лоскутная пластика. Действительно, настоящие мастера, золотые руки. Церемония вручения дипломов начинается. Так, диплом вручается. Антипова Наталья Олеговна. Счастье в глазах.
Иванами многих интересных дел в колледже. Благотворительные акции «Твори добро» и «Поделись своим теплом» по оказанию услуг для ветеранов войны и труда, детям, сиротам и инвалидам. Мастер-классы для обучающихся школ города, театр моды и прически и, конечно, участие и победы в региональных, всероссийских, международных чемпионатах, таких как на Николаевской, «Шелковый путь», а Дамир Кедрыва стал победителем регионального чемпионата WorldSkills по компетенции технологии парикмахерского искусства. Дружно аплодируем и начинаем нашу церемонию вручения. Thank you.
сегодняшнее фото, конечно же, бурные аплодисменты нашим выпускникам. Просим занять свое место в зале и принять очередной музыкальный подарок от вокального ансамбля «Кружево». Встречаем под бурные аплодисменты! Только не уходи.